Нападение с ножом в больнице Шанхая. Неизвестный мужчина ранил 4 человек в госпитале Жуйцзинь. Все пострадавшие остались живы. Самого нападавшего задержали. Он удерживал людей в качестве заложников на 7-м этаже амбулаторного отделения. Прибывший на место полицейский выстрелил в него, после чего задержал. Мотивы атаки пока неизвестны. Я в шоке. В Шанхае безопасность обычно на высоком уровне. Я просто потрясен. Сначала даже не поверил, когда мне об этом рассказали, но потом это подтвердилось. Это немыслимо. Не ожидала, что такое произойдет в больнице. Думала, что там проводят проверки безопасности, чтобы защитить врачей и медсестер. Это уже второе нападение с ножом в городе с тех пор, как в начале июня здесь ослабили строгий коронавирусный локдаун. Другой случай произошел в центральном районе Цзинань. 4 июля мужчина начал атаковать людей с ножом из-за конфликта с бывшим работодателем. Тогда также пострадало несколько человек. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.